Ну что ж, дамы и господа, всем привет, с вами как обычно, это Винтерговор, мы продолжаем Grand World Conquer 4. Первая миссия компании за союзников Тихоокеанская. Нападают на Перл Харбор, и мы сейчас будем отбиваться. Бонусная миссия есть, которую мы, конечно же, выполнить не сможем. Ну хотя, может и сможем. Не знаю, пока это не точно. Так. Давай проверим, насколько дальность паратропера позволяет. Да не насколько. В общем, тут надо юнита завозить. Понятно. И ставка тут на флотские юниты больше всего будет идти. Как у нас Манштейн по авиации? Хорош очень. Давай, наверное, Манштейна посадим. Ну, хэви-танк есть, пусть будет. Мы сейчас будем все на флот пытаться насадить и посадить. Так. Ты там учу выгляд мы втащим. Газочек. И давай на один корабль посадим. Денется и пока все. Пока. Мы будем еще сейчас на корабли копить. Я надеюсь, меняем ход. Все, одного адмиралишку смяли. Так. Ну, по доходам как-то не густо, если честно. Давай, наверное, вот что сделано. Давай, наверное, все-таки танкиста поставлю, вон, Роммеля какого-нибудь. Так вот. И подводником кто у нас будет? А, у нас... Блин, Роммель у нас лучший был. Ладно, давай Гудериан тогда посадим. На подлодку чисто для увеличенного здоровья. И мы нашли уже свою первую жертву. Все, загасили. Манштейн пусть тут помогает пока с наступлением. Ямамото надо еще как-то убить. Так, ну и Гудериан уже подошел устраивать торпедную атаку. Все, 5 хп. И лодкой победили. Все, хорошо. Давай теперь с этим крейсером крутым разберемся. Так, а там чудик, кстати, покинул пределы. Блин, японцы там захватывают сейчас на изи. Манштейн стоять. Под лодку надо отстреливать потихоньку. У меня уход. Все, они захватили один из портов. Роммель, держись. Ты нам нужен. Так, по авианосцу заедем. Ну и тут можно взаимный дамаг нанести. Сейчас они второй порт захватят. И третий тоже. Так, ну а омерикосы так или иначе все-таки захват провели. Позиции одной. Так что не все так уж и плохо.
Давай Гудерианом тут. Надо будет сейчас тоже атаку принять какую-нибудь удобную. Денец пусть тут захватит, получит денежку. Ну и постреляет пусть. В принципе, лишним не будет. Меняем ход. Так вы держитесь там. Возможно, бонусную миссию выполнить у нас получится. Так, Манштейн, ты давай как-то аккуратней действуй. Три подлодки в твоем радиусе имеется. Их надо как-то положить. Пытаться. Сколько хп? 57 у Нагумо. Да елки-палки. Ну все, готов. Надо два порта отжать. Получается. Так. Денец, давай сюда, в баталию. Тут мы купим двойной крейсер. Как хотели. Меняем ход. Держаться. Мы открыли бонусную миссию. Благодаря Руммелю. Это клево. Так, а тут мы можем уже достать Ямамото. Только ковырять его 100 лет придется. Чувствую. Ну, ладно. 100 лет так 100 лет. Давай тут к Дурианам пока отплывем. И дохлыми кораблями тоже отплывем. Тут продолжаем по стрелушке. Давай двойную подлодку купим, меняем ход. Так, держаться, парни. Сиди спокойно, нельзя. Так. Вот веником дам уже. Собаки веником дать, вон обещают. На всю комнату слышно. Так, а мы что собираемся сделать? Ой, они подлодку бахнули. Хотя это дохлые подлодки уж. Так. Как это сделать-то поудобнее? Вот, наверное. 61-54. Тут дамага все еще такая не слабенькая ведется. Так, почем подлодки? 150. Давай. Сейчас тогда вот так вот въедем тут. И возьмем еще одну субмарину. Меняю ход. Манштейна чуточку прессанули. Но это не критично. Давай Ромеля в порт, чтобы оборонялся. Дохлым корабликом забираем, получаем денежки. Заходим. Проводим торпедную атаку. Ну и крейсером атакуем тоже. И тут вот так вот как-то получается действовать. Так. Давай каким-то таким образом пока меняем ход. Пусть враг отвлекается на Руммеля.
Так, все, мы получили кучу денежек. Что просто прекрасно, да? Денец справляется с противником. Тут заниженная моралька. Думаю, субмарины одинарной хватит с головой. На крейсер не хватает большой, нормальный. Давай тогда одинарный возьмем. Культа слабенькая дамага. Все, Румель, пока сиди. Меняем ход. Надо продержаться теперь немножко до Ямамото. Гдриана держит, окажет, точнее, поддержку всесильную. Так. Ну и пострелушки тут какие-то проведем, какие можем. Все, наверное, пока. У меня уход. Главное держать позицию сейчас. Денец чуть-чуть не успевает. Атака торпедами. И вот так вот закрываем противнику позицию. Удобно. Сильно обстрелять он нас не сможет. Денец, пока бездействуй. Роммель, отходи. Сюда я куплю какой-нибудь дестройер, меняю ход. Все, победа. В принципе, не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. Открыли какую-то чупакабру. И на этом все. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.